Добрый вечер. В информационной студии «Аиста» работает Ирина Белогривая. В ближайшие несколько минут я расскажу об основных событиях четверга. Ну а пока коротко о главных темах. В подшефном Кировске до конца года восстановят 55 объектов. Игорь Кобзев приехал в ЛНР и проверил ход работ. Что такое сибирская кадриль и почему 100 лет назад жители Иркутской губернии танцевали медленно? Об этом рассказывают на вечерках. Бело-синие выиграли, но тренер недоволен. Чем не угодили наставнику иркутяне? Об этом в спортивном блоке. Ну и теперь обо всем по порядку. Низкий поклон от жителей Кировска. Так глава региона подытожил свой рассказ о поездке в подшефный город. Напомню, Игорь Кобзев приехал в Луганскую Народную Республику. В рамках соглашения с ней наш регион восстанавливает в Кировске более полусотни объектов. Губернатор проинспектировал, как идет восстановление инфраструктуры. Крыша Кировской детско-юношеской спортивной школы пострадала от артиллерийского снаряда 7 лет назад. Когда Иркутская область взялась помогать городу, решили, ДЮСШ нужно восстанавливать. Сейчас кровля новая, внутри делают потолок и освещение, усиливают окна, снаружи ремонтируют фасад. А в первой школе капитальные работы по всему зданию. Были постоянные прилеты рядышком, вылетали стекла. Была деформация почвы, и поэтому по школе пошли большие трещины. И спасибо Игорю Ивановичу, спасибо всем иркутянам, которые помогают нам в восстановлении нашей школы. Посмотрите, какая она красавица. Восстанавливают в Кировске и жилые дома. Кровлю, которая пострадала при обстрелах, меняют. В части зданий пришлось кое-где обновить двери и окна. На нескольких улицах меняют трубопровод. Его протяженность составляет 800 метров. А также снабжают социальные объекты оборудованием. В школы и детсады закупили все необходимое для пищеблоков, а еще учебники и оргтехнику. Все 55 объектов в Кировске восстановят к концу 2022 года. А власти уже намечают список на следующий, 23-й. Конечно же, приоритет отдается прежде всего объектам социальной сферы, то, что касается наших деточек, нашего будущего и, естественно, жилья, которое пострадало в результате боевых действий. Ну и, естественно, наше дорожное покрытие. Все знают, у нас в городе очень сложно с асфальтным покрытием. Мы не говорили еще про общественное пространство. У нас очень много проектов есть такого значимого для общественных пространств, дворовых территорий, для жителей Кировска. Это сегодня актуально. Я сам это увидел. Ну и дальше все, что мы сегодня задумались, какие-то решения уже приняли, их реализация должна быть точно осуществлена. И здесь администрация города Кировска, Луганской Народной Республики, правительство Иркутской области должны выступить единой командой для формирования такой федеральной поддержки. Ирина Белогривая, новости сейчас. Итоги дорожного сезона подвели в Ангарске. В этом году там капитально отремонтировали 10 участков. К выполнению работ приступили еще в марте. Подробнее Дарья Пастушенко. Дороги в Ангарске, как, пожалуй, по всему региону, в центре внимания. Даже центральные улицы нуждались в обновлении. Десятилетиями не было ремонта. В этом году администрация города решила проблемы комплексно. В рамках государственной программы «Безопасные качественные дороги» на ремонт и реконструкцию трасс потратили 460 миллионов рублей. Капитальное обновление дорожного полотна коснулось 10 участков, в том числе и крупных магистралей. Еще в марте подрядчики приступили к выполнению плана. В сроки уложились полностью. Нам в этом году удалось завершить капитальный ремонт таких основных магистралей городских, как улица Чайковского. В течение нескольких лет мы этапами закрывали ее. Я думаю, что это такая серьезная решена задача, поскольку улица одна из основных в городе. Завершили улицу Социалистическая, реконструкцию участок от Коминтерна до улицы Космонавтов. Вторая полоса. Сегодня выполнены все работы, связанные с температурным режимом. Основные дороги привели в порядок. Однако жителей волновали и придворовые территории. Многие из них не обновлялись с момента их постройки. В этом году мэрия продолжила реализацию муниципальной программы «Дворы без ям». Так 30 дворов обновили, расширили парковки и восстановили дорожное полотно. На этой неделе губернатор Игорь Иванович Кобзев подписал в Москве меморандум о развитии уличнодорожной сети вообще в целом по Иркутской области. Ну, и что это позволяет? Это позволяет, естественно, взять на себя определенные дополнительные обязательства, но со стороны федерации мы будем иметь
в гарантии дополнительных выделения дополнительного финансирования по программе «Безопасные качественные автомобильные дороги». На следующий год планы не менее амбициозные. Уже заключили контракты на ремонт автомобильных дорог по улицам Алешина, Красной, Фестивальной, Крупской и Ленинградскому проспекту. Дарья Пастушенко, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Схема движения в районе остановки «Релейный завод» в Иркутске изменилась, но не все водители об этом знают. Такие результаты профилактического рейда публикует госавтоинспекция Иркутска. Проверки показали, что водители не смотрят на знаки и едут по привычке. Некоторые при виде сотрудников ГИБДД даже сдавали назад, чем создавали аварийную ситуацию. Между тем, напоминают инспекторы, на участке от улицы Ширямова до Депутатской в районе остановки «Релейный завод» теперь проезд односторонний. Об этом информирует дорожный знак «Въезд запрещен». Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение данного знака. Штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев. О хороших и плохих экранизациях книг расскажут гостям фестиваля культуры «Энергия». Он впервые пройдет в Иркутске и стартует уже завтра. О параметрах качества фильма, снятого по произведениям известных писателей, с аудиторией поговорит литературный критик и блогер Ирина Распопина. Гости секции лекторий также узнают, какие книги экранизировать невозможно. О популярных хитах современной литературы Ирина пишет с 2011 года. Обозреватель прочитывает до 280 книг в год и уже собрала почти более 2000 подписчиков в своем телеграм-канале. Именно благодаря таким событиям, как фестиваль «Энергия», за Иркутском закрепляется статус культурной столицы. И к нам исчезающе редко приезжают писатели мирового уровня, а на фестиваль «Энергия» приедет целая делегация во главе с Евгением Водолазкиным. Я на фестивале, во-первых, хочу посетить книжную ярмарку, которая будет в формате поп-ап, и мне невероятно интересно, как это будет выглядеть. А во-вторых, я буду выступать с лекцией о книжных экранизациях, поскольку я 11 лет рассказываю об интересных книгах, и я смогу представить аргументы и тем, кто говорит, что книга лучше, и тем, кто предпочитает смотреть фильмы. В течение 3 дней будут идти кинопоказы, лекции, встречи с актерами, писателями и журналистами. Среди спикеров фестиваля заявлены Юлия Меньшова, Аглая Тарасова, Мария Миронова, Константин Богомолов, Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин. Сейчас на площадках фестиваля идет подготовка. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте energyfest.ru. Иркутский народный коллектив решил возрождать сибирский танец, создал проект «Сибирская кадриль», запустил его в жизни и теперь проводит дискотеки под гармонь. Вечерки с мастер-классами и танцами уже посетили 1500 человек. Авторы проекта уверены, через танец самобытная культура иркутской земли воспринимается острее. Здесь танцуют по-иркутски. Шаги, дроби, положение рук. Все движения с сибирским характером. Именно так плясали в Приангарье еще 100-200 лет назад. Исследователи фольклора все подробно описали. А теперь, благодаря их работе, сибирскому танцу обучают на таких вечерках. Для меня это ощущение опоры. То есть это земное, прикладное. И для меня это важно. То, что это связано с землей, на которой я живу. Танцы достаточно простые, но всегда они... сложно, то есть раз-два, а на самом деле, я говорю, это почти подготовка в космонавты, потому что такой вестибулярный аппарат нужно иметь хороший, чтобы танцевать. Чинно и благородно, так хочется сказать о сибирском танце. На амплитуду движений и размах шагов сильное влияние оказал суровый климат. И летом, и зимой плясали в избах, а отсюда свои нюансы. Изба – это накладывает какие-то свои отпечатки. Это небольшое количество народу. То есть танцевать одновременно не могло большое количество человек. Кроме того, даже в избах в Сибири зимой было холодно. И носили тяжелые одежды, тяжелую обувь, поэтому шаги были мелкие, движения были неспешные, с огромным достоинством, с выходкой. Анна и Евгений Шаравины пришли на вечерки и из любопытства, и с заделом на будущее. Пара участвует в народном ансамбле. Говорят, такие вечера помогают лучше понять культурное наследие иркутской земли. Весело, ярко, самобытно. В этом смысле узнали интересные традиции,
Да, главное, способы проведения, да. И почувствовали свои движения, которые мы можем показать в дальнейшем. Проект «Сибирская кадриль» разработала и запустила в жизнь ансамбль «Оберег» Иркутского областного дома народного творчества. Благодаря субсидии из областного бюджета удалось даже запустить что-то вроде гастролей. С вечерками коллектив объехал уже половину области. Народные дискотеки увидят еще в Усоле-Сибирском, Куйтуне и даже далеком Киренске. Заключительные вечерки пройдут в Иркутском районе. А в ремесленном подворье в Иркутске в рамках проекта планируют возродить клуб реконструкции сибирского танца. Ирина Белогривая, новости сейчас. В Шелихов приехала финско-белорусская ярмарка верхней одежды и обуви для проблемных ног. Огромный ассортимент сапог и ботинок до 49 размера. Натуральная кожа и мех. Подошва антилет. Цены напрямую от производителя. А также куртки, дубленки и знаменитые финские аляски. На данной выставке представлены верхние одежды мирового бренда от 42 до 74 размера. Есть уникальная возможность приобрести как женские, так и мужские кожаные куртки, дубленки, аляски со скидкой 70%. А влагоотталкивающая пропитка не позволит плохой погоде застать вас врасплох и не испортит ваши планы и настроение. Выставка мне очень понравилась. Моделей очень много. Цены приятно удивили. Самое главное, я выбрала то, что давно искала. Всем советую. Ждем вас с 17 по 20 ноября по адресу город Шелихов, 6 квартал, 29, 2 этаж, торговый центр «Былина». Шубы в Сибири не предмет роскоши, а необходимость. Теплые, стильные и элегантные модели из норки, мутона, песца, куницы, лисы, нутрии, овчины и кёрли со скидкой до 70%. Высокое качество, огромное разнообразие фасонов и расцветок, цены от производителя. На крупнейшей выставке шуб от меховой фабрики «Ангелина Сэм» вы найдете более 3000 изделий от 38 до 70 размера. У нас действует акция «Сдай старую шубку и получи скидку на новую» до 50 тысяч рублей. Ждем всех! Забирайте сегодня, оплатите потом. На все изделия действует рассрочка без первоначального взноса и переплат. Спешите! Меховая фабрика «Ангелина Сэм» будет в Иркутске только до 20 ноября. Ждем вас по адресу улица Байкальская, 253А, Сибэкспоцентр, павильон номер 3. Лучшие самбисты Иркутской области выясняют отношения во дворце спорта «Труд». Там стартовали чемпионаты и первенство региона. За медали соревнований борются более 300 спортсменов из разных муниципалитетов при Ангаре. Среди участников и сильнейшие бойцы этого сезона – Дмитрий Якимов, Юлия Переляева, Полина Подгорная, Валерия Вершинина. Они брали медали на «Детях Азии» и «Спартакиаде учащихся». Проводят турнир в честь Всероссийского дня самбо. Чемпионаты первенства области являются отборочными соревнованиями на Сибирский федеральный округ, где определяются сильнейшие спортсмены, которые в дальнейшем будут представлять, ну, защищать интересы и отбираться дальше на Россию. Безусловно, все отборочные соревнования, они как бы привлекают, ну, это как массовый спорт, то бишь каждый спортсмен может попытать свои силы на первенстве и чемпионате области. В дальнейшем уже отбираются сильнейшие. Результативная победа и 3 очка в копилке. С одной стороны, достаточно, чтобы хоккеисты, а главное, болельщики и тренеры ушли со стадиона в хорошем настроении. Но наставник «Байкал-Энергии» Сергей Юсупов поставил всем игрокам своей команды неуд за матч против уральского «Трубника». И это после победы со счетом 10-6. Чем остался недоволен тренер иркутян, расскажет Александр Гаврилов. Хоккеисты уральского «Трубника» прибыли в Иркутск без набранных очков. Гости в этом сезоне пока не побеждали, да и в ничью ни с кем не играли. Это понятно. Первые игры у подопечных Олега Хайдарова были со СКА «Нефтяником» и «Енисеем». Во встречах с грандами русского «Бенди» многое не получалось. Продолжилась эта неприятная для гостей традиция и в ледовом дворце «Байкал». Хозяева активно забивали. Оформивший хет-трик Олег Тарнарудский стал автором одного из самых красивых голов начала сезона. Очень много уральский «Трубник» пропускал из-за стандартов. 6-1 после первого тайма. Три угловых зашло, все у нас где-то рядом с ногами и пенальти, думаю. Да. Вот еще, думаю, крупный из-за этого. Первый тайм чуть
главы на подредактировать нам. А во втором вопросы у болельщиков и тренерского штаба появились уже к хоккеистам «Байкал-Энергии». И это несмотря на то, что в ворота первоуральцев залетело еще 4 мяча. Белосиние пропустили 5 голов, по факту проиграв вторую 45-минутку, но выиграв матч. 10-6. Победа «Байкал-Энергии». А во втором тайме у нас началась анархия. После 70-й минуты у нас ряд игроков поверили в себя. Еще предстоит неприятный разговор. У всех двойки в протоколе. Поэтому я не позволю, как говорится, перед болельщиками так играть. Накануне выездной серии «Белосиние» занимают третье место в турнирной таблице. У команды Сергея Юсупова 10 набранных очков. Следующие две игры «Байкал-Энергия» проведет в Нижнем Новгороде и Ульяновске против «Старта» и «Волги» соответственно. А 26 ноября иркутяне снова играют дома. В гости пожалуют «СКА «Нефтяник», один из главных фаворитов сезона. Александр Гаврилов, новости сейчас. Я напоминаю, что все самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте istv.ru и, конечно, на странице телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и берегите себя.